Слава Богу, слава Иисусу Христу. Христос воскрес, воистину воскрес. Слава Богу. Братья и сестры, всех вас приветствую, благословляю из города Москвы. Сегодня 18 апреля, сегодня будет у нас семинар. И вот следующую субботу, 25 апреля. И даст Бог, дальше продолжим в этом зале мы здесь, в помещении, в одном из помещений магазина «Христианская книга», издательство «Протестант». Очень известное место здесь в Москве. Я думаю, многие христиане разных конфессий бывали здесь и бывают, приобретая литературу, кассеты, диски, прочие материалы христианские, сувениры христианские. И вот здесь, в одном из залов, где сейчас завершается ремонт, мы проводим вот эти встречи, семинары, молитвы. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, братья и сестры. Надеюсь, записи вы посмотрите. Вот, и потому что те, кто не смогут быть, смогут через вот эти записи как раз с нами участвовать в этих семинарах, молитвах, встречах. Слава Богу. Молитесь о духовном пробуждении Москвы и России всей, конечно. И в первую очередь, конечно, сердце России, именно столицы города Москвы. Чтобы люди, действительно миллионы людей здесь пробудились от греховного сна, от безбожия и обратились к тому, кто действительно есть Спаситель всех народов, Иисусу Христу, ибо нет других имен под небом, данных нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени, только одно это имя святое, превыше всякого имени, имя Иисуса Христа. Ему вся слава и хвала. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья. С любовью во Христе Иисусе, Сергей Журавлев, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. С миром Божьим!